довольны, естественно, результатом, довольны то, что мы крупно победили сегодня, но не так просто для нас складывалась игра. Первый тайм получился более целостным, более сбалансированным. Мы очень хорошо играли в атаку, создали хорошие моменты и забили хорошие мячи. Но опять в фазе обороны позволили очень много сопернику у своих ворот. Во втором тайме, особенно начало, несколько очень опасных моментов возникло возле наших ворот, и это, естественно, расстраивает. А так, в целом, мы довольны, еще раз повторюсь, результатом, довольны игрой, но нужно нам сохранять баланс между атакой и обороной. Этого нам сегодня не хватило. В целом, поздравляю всех с победой. Конечно же, последний домашний матч этого сезона мы очень хотели выиграть.